Я продолжаю снимать видео. Смотрю, у меня второй iPhone еще не окончательно разрядился, поэтому снимаю уже на второй iPhone. Так вот, я ответил, что за что я буду воевать? Как бы, да, я люблю Россию, у меня есть много роликов про Россию, какую я хочу ее видеть, да, но я не буду воевать никогда в жизни за спасение миллиардов украденных у российского народа, за кого я буду воевать? За Путина? Нет, я не буду этого делать. За чиновников, за судей, которые коррумпированы, что в России нет нормального справедливого суда, не буду я делать. За милиционеров, которые лишили меня родины и забрали у меня бизнес, я не буду это делать. И моя позиция осталась такая же самая. Но, конечно же, там, понятно, что миллионы россиян, они не понимают этого, да, что там вырезаются фрагменты, клеятся нужные фразы, вклеиваются в нужном контексте и так далее. И получается, что как бы вот меня сделали таким предателем Родины. 7 миллионов, которые русскоговорящих живут в США, это тоже предатели Родины. Те евреи, которые уехали в 80-е годы, над которыми издевались просто, это тоже предатели Родины. Те богатые люди, которые, да не только богатые, а многие, которые уехали в 17-м году, в том числе из моего родного города, бежали все, потому что у нас был порт, да и сейчас это крупнейший порт России. Уезжали во Францию, а ту же Америку, в Канаду, в Великобританию, потому что у политика Ленина была грабь награбленная, воруй, забирай. И эта политика до сих пор она у нас получается в государстве основная. Забирали, у людей убивали, на которых стояла Российская империя. Они тоже предатели, да? Семью, которую я вчера снимал, которые родили здесь ребенка, они тоже предатели, получается, да, которые наслаждаются жизнью и рады своей жизни. Посмотрите, сколько роликов я снял, это счастливые люди. Но самое, что меня больше всего, конечно, удивило, сейчас я открою